крякая утка, пацаны. А здесь темнее. Ой, видно ее так хорошо, я увеличила. Наша уточка. Уточка. Скоро на охоту Игорь ее возьмет. Вот так она у нас крякает. Мы отсадили. Ух ты, он дерется. Игорь, мы отсадили селезня? Да. Селезня отсадили. Вот он бьется в дверь. И уточка у нас. А уточка как называется? Вот подошла, видно тут. Сейчас с той стороны подойду, если... Надо, домик? Вон она сидит, крякает. Она зовет своего мужа. Жениха. Вот такая, вот такая. Что, что, сидела? Там что за вода? Лед растаял, да, в корыте? Ой, убежала, убежала. Хочет зайти спрятаться. Ну, заходи, заходи. Иди сюда, сейчас тут снимем. А? Тут снимем. Внутри домика. Ну, сейчас утка хочет зайти. Вообще весь вид этого. Ну, вот. Я попробую. Вот она. Тебя не трону. Хорошая утка. Распушила хвостик свой красивый. Распушила. Будешь убегать в домик? Ну иди, иди, иди. Иди в домик. Так, давай мы теперь селезня снимем. Вон тут стучал дверь. Ну вот сейчас, вот. Давай. Если что. А вон он наверху, он не кричит. Ух ты, нифига себе, залез уже. Куда залез? Сидеть. А это обратно убежал. Хороший. Вот снимите его и подача еды, вода. Да, вот. Он будет там жить пока так вместо крупный. Курей. Так, в курятник. В курятнике. Сидит. Селезень. Разлучили. Для охоты, да, Игорь? Да, да. Чтобы что? Ну, чтобы она... Чтобы утка не села на яйца. Вот да, так правильно будет. Звала других мужиков. Ну, каких этих? У них же по-другому. Ну, да. Игорь. Надо на яйца сесть, поэтому ей пофиг. Он такой красавец, как... О, а она и зовет его, видишь, мамочка. Он понимает, что она рядом, но не знает, как к ней добраться. Что, что? Такой красавец. Такой красивый. Сними нижний от всех, вот для уток. Нижний? Ну, это а, вот это, сейчас она сюда зайдет же, да? Да. Они вот а? Здесь, вот если тут видно. Сейчас. Видно, если... Вот. Значит, вот тут они сидели. Мы их... Это первый этаж они тут находились. А на втором этаже у нас был курятник. И сейчас здесь сидит вот этот красавец. Видишь, как красиво вино. Ой. Зимой куница всех сожрала. Ну, Игорь. И... Ну, а что, я историю рассказываю, петуха? Нет, не надо нам такое. Ой, как красиво. Спасибо, что ты разрешил нас заснять. Нам заснять тебя. Мамочка, вон Скворцов с ними. Ой, Скворцов сейчас. Смотри, как красивый Игорь. Да, видишь? Красивый. Такой весна. Зеленоголовый. Жених, принц. Все, мы тебя оставляем в покое. Вот у него водичка. Вот тут. Да, вот так выглядит. Да. Ну закрывай наш, все засняли. Там наш курятник. Курятник хотел Игорь построить для уток, заодно и для кур. Сейчас издалека сниму.
чтобы это было видно хорошо. Солнышко садится вот так вот. А где скворцы разлетелись? Ну ладно. Да, там все, а то у того дерутся, там вон у того дерутся, там второй скворец забанит. Так, вот дворец птичий. Птичий дворец. Здесь кормушка, если видно. Прилетел, сейчас засниму. Вот скворец сидит. Сейчас увеличу. Ну-ка. Ой. Та-та-ра-та-ра-да-та-дам. Вот он. Та-да-да-та-да. Та-да-да-да. Что за глупый скворец? Что за глупый скворец? А у нас не глупый скворец. Вот. А где кто еще прилетел? Ой, поет, поет. Так, сейчас скворечник покажу. Так, скворцы прилетели. Ой, летает. Вот один скворечник. Видно? Перед баней. Плоховато. Вот, вот, вот скворец. Скворец. Вот он сидит. Их тут было трое. Пугливые улетели. А тут этот скворечник уже занял кто-то? А, Игорь говорит, что он охраняет вот этот свой занятый домик. А там есть еще у нас. Так, это у нас банька такая. Так, вот, сейчас еще один скворечник мы посмотрим. Ой, вот он, вот хозяин, папочка. Вот еще один скворец. Хозяин. Ой, да, да, это твой домик. Твой домик, твой домик. Вот он, ой, он зашел только что туда. Ой, вот он и летает. Так, немножко пугается, вот его домик. Вот он перелетает, только что заходил. Так, где ты? Я тебя не вижу. А, их тут двое, Игорь. Парочка. Это парочка, вот она сидит. Что вы там спрятались? Вот они. Так, давайте я вас с другой стороны. Это же мы вам скворечник построили. Не бойтесь. Ой, какие красивые сидят. Такие, такие. Вот они сидят. Ну что, поздравляю вас с новосельем весенним. Добро пожаловать в наше царство-государство. Оп. Оп. Красота. Красота. Вот оно, солнышко садится.